проиграла по обыкновению. Везет мне. О, а вы взгляните на Германа. Вы посмотрите на него. С утра до вечера сидит на за столом. Но ни один раз он не поставил ставки. Герман, у тебя профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. А надо признать, игра занимает меня сильно. Но жертвовать необходимо? Нет, это не по мне. Герман немец. Он расчетный, вот и все. А кто для меня действительно непонятно, так это моя бабушка, родина Мефистофеля. Что ж не понятно? Старуха, ведьма. Пиковая дама! Ты так послушал! Я 60 лет назад, а кому же я была в Париже? Была там большой можно. Как-то приглашала, проиграла Герману Орлянскому что-то очень много. Вы слышали, я сейчас не забыла. Сред Жермен сказал, вы можете отыграться. Я прыгаю. Которую каждый из нас. Тот же самый вечер бабушка выбрала три карты, поставила одну за другую. Все три выиграли! Я отыграла совершенно! Не погоди! Порошковая карточка! Не думаю. Так, я не поняла, у тебя есть бабушка, которая может поставить сряду три карты, и ты до сих пор этим не воспользовалась! Еще два! У меня было четверо на сценарии! Один из них. Четверо отчаяннейшие игроки! И ни одного из них она не открыла свои карты. Так уж ни одного, так уж нет. Я уже во сне, честное слово, никогда, никогда больше не играю. Так, давайте расходиться все по домам, уже очень поздно.